По узким лесным тропам, крутым спускам и трамплинам пролегала трасса открытого чемпионата области по маунтинбайку. Это те же самые гонки, только по пересеченной местности на горных велосипедах. Для основной взрослой категории спортсменов трасса состояла из 4 километров с тремя кругами. Несмотря на то, что все участники имеют нешуточную подготовку, финишная прямая стала для всех настоящим испытанием. Под конец каждого круга участников ждет самый сложный участок трассы. Здесь нереально крутой спуск переходит плавно в не менее крутой подъем, справиться с которым на самом деле может далеко не каждый. Пусть зашкалит. Насколько тяжело сейчас такой большой подъем? Когда ноги сводят, небольшой рывок и ноги сведет. Так что ехать еще долго. Тактика. Подводили не только мышцы, но и техника. Но кроме взрослых на трассу выходили юноши и начинающие. Для последних она была упрощена максимально, но легкой не показалась никому. Очень сложно, правда. Я еще так нигде не катался. Как вообще справлялись с этой всей сложностью? Некоторые участки бывали, да, слежаешь с велосипеда, и нужно велосипед взять, там, если ты не можешь еще, там, не докатал. Берешь велосипед в руки, перешел и дальше поехал, сел и поехал. Трасса интересная. Но тяжеловато без подготовки, надо привыкать к трассе. Ну так, в принципе, интересный опыт. Следующие гонки на горных велосипедах пройдут в Белгороде уже под эгидой Всероссийского чемпионата в конце августа. Илья Лядвин, Евгений Кравцовский, программа «Такой день» на Мире Белогорья.